Я вижу озеро, сворачивай сюда. Я вижу его. Милиция буханка приехала довольно быстро. О, все, давай манипулятором и танк в кузов. Игорюшины и груши. Привет, ребята, вы на канале Игорюшины и груши. Сегодня у нас история про неожиданную рыбалку. Да, про очень неожиданную рыбалку. Что там будет происходить, мы пока не знаем. Но это будет действительно какая-то увлекательная, да, поездка. Так, наверное, нам рыба сегодня попадет. Будем надеяться. Погнали? Ну что, Гена, поехали на рыбалку? Все собрал с собой? Да. Давай, сажай с шарика в наш крутой Лада Ларгус для путешествий. И поехали на рыбалочку. Удочки не забыл? Ну, не забыл. Давай, садись в машину и поехали. Я вижу озеро, сворачивай сюда. Все, останавливаемся? Да. Хорошее здесь, отличное место, можно половить рыбку. Да, можно половить. Давай, вылезай, все, вытаскивай и разжигай огонь. Нам нужно согреться, сегодня холодно. Да. Степа и Гена с шариком греются у костра. Что-то поздновато мы приехали, может быть тогда завтра с утра сразу на рыбалку пойдем? Да. Да, что-то сегодня поздновато, даже прохладно как-то, что-то мы задержались. Ну давай, до утра подождем и выходим на рыбалку. Ребят, настало утро. Ребят. Гена взял спиннинг. Да. Ну, а Степа пошел копать червей, пока Гена кидает спиннинг. Ну что, первый заброс? Да. Давай, пробуем. Ничего. Еще? Еще заброс? Что-то дергает там. Гена, помоги! Помогу! Давай, тяни быстрее! Там что-то какая-то большая рыба. У меня свалилась кепка, помогай. Помогаю! Давай, надевай, Геночка. Тяни, тяни, тяни. Гена, давай! Тяни. Пошла. Оу! Это щука! Поздравляю тебя, Степа! Так, ну сегодня будет улов отличный. На воблер поймал? Да, вот на красный воблер. Рыба классная. Ну, клади в машину. Делай третий заброс. Делаем заброс. И очередной зацеп или клев, что-то непонятно, что-то очень тяжелое. Степа, помогай. Ой, что-то тяжелое. Не поддается. Ну что, будем резать или попытаемся вытянуть? Может быть, с помощью машины? Да. Давай, подгоняй, Степа, машину быстрее сюда. Да. Давай попробуем сначала ларусом. Ну-ка, подгоняй, давай. Задом. Попробуем. Что-то не получается. Сходи на трассу, вызови, может быть, какой-то там грузовик есть. А, Степа? Да. Давай, сходи на трассу. Степа побежал на трассу. По пути попался красный ЗИЛ. Здравствуйте, что случилось? Мы не можем вытащить эту... Что-то мы не можем вытащить, там вообще непонятно. Подъедьте, поможете нам. Да. Давай задом, зацепляй. И тоже не получается. Подождите, ребята, у меня есть знакомый на молоковозе. Сейчас я его позову, мы вдвоем сможем. Здравствуйте, молоковоз! Вот и молоковоз спешит на помощь. Здравствуйте, молоковоз! Здравствуйте! Что ж вы так запыхались? Что-то случилось? Да. Мы не можем что-то вытащить. Ну, давай, показывай. И водитель ЗИЛа вместе со своим приятелем на молоковозе подъезжает к месту непонятного чего происходящего. Цепляй. Что-то появилось, какая-то башня, я вижу ее. Ничего себе! Это настоящий танк времен войны, который утонул здесь во время боя. Да. Ничего себе вы рыбаки даете, а КамАЗ-то помог, вытащил. Ну, это надо сообщать тогда в милицию, чтобы уже сюда все приехали, официально зафиксировали такую находку, да? Да. Ну-ка, давай в милицию позвоним. Где наш мобильный телефон-то? Вот он. Давай, Степа, продолжай, я пока... Пойду отдохну, у меня сил больше нету. Такой рыбалки у меня еще никогда не было, говорит Гена. Алло, полиция. Да, слушаем вас, что случилось?
тут мы на рыбалке, ну, на море, и мы тут нашли танк. Какой еще танк? Вы в своем уме? Да, мы сначала поймали рыбу, а потом танк поймали зеленый. Вы не обманываете нас? Это что, шутка? Нет. Нет, не шутка. Ну, ладно, подъедем. Где вы находитесь? Какой поселок? Ромашки, что ли? Да, на Ромашке. Ну, ладно, подъезжаем. Милиция Буханка приехала довольно быстро, потому что по этим дорогам только Буханка может быстро ехать, да? Это же все-таки поселок и озеро рядом. Ну вот Буханочка подъезжает и не верит своим глазам. Действительно, самоходка стоит. Настоящая самоходка времен войны. Ну вы, ребята, рыбаки, даете. Что ж с ней делать-то? Ребят, теперь надо позвать трактор. Отправить, наверное, на реставрацию, да, его отремонтировать. Ну и в конце концов... В музей. В музей, да, военный какой-нибудь музей танковый. Да. Ну что, вызываем трактор? У меня сила телефона, может, полиция позвонит? Сейчас вызовем по рации. Есть там свободный трактор-то в поселке? Да есть, сейчас подгоним. О, все, давай манипулятором и танк в кузов. Пошел. Еще. Сейчас только музыка закончится. Да. О. Все, цепляй танк. Ну давай, загружай его туда. Ставь. Разворачивай его. Вот так задом, чтобы башня не мешала. На. Ставь его сюда. О, хорошо встал. Уместился? Отлично. Ну что, рыбачки? Спасибо вам за находку. Отправляем музей на реставрацию в музей. До свидания, трактор. Отличный. До свидания. Сделали доброе дело. Если еще что-нибудь наловите, или трактор какой-нибудь. Это точно, да. Трактор повез танк на реставрацию. Тут 2 патрона было. Еще и патроны, целый арсенал. Пока-пока, ребят, ставьте лайки, подписывайтесь на канал Гарифунис. Пока-пока. Вот это находка сегодня. До новых выпусков, друзья. Отличная рыбалка. Пока-пока. Выбирай любую. И подписывайся на канал Игорюшин Игруш.